Еще боевых собак мы можем на Чукотке найти. По крайней мере, в чукотских легендах упоминаются следующие эпизоды. Собаки у чукчи и у эскимосов полуголодные всегда, и они, увидев оленя домашнего или дикого, они набрасывались на них. И вот этот инстинкт использовался жителями Чукотки. И они могли, например, если враги подъезжали на оленях нартах, они бросали своих вот этих собак, выпускали их с перевязи, они бросались на оленях и вносили в караван врагов вот немыслимую панику. Потому что нужно было и собак отбить, и оленей усмирить, и так далее. То есть вот такой же охотничий инстинкт здесь использовался.